21 мая в Кызылжарский район, в село Большая Малышка, прибыла мехбригада из Тайншинского района. Всего в населенном пункте трудятся 10 человек. С собой они привезли 3 единицы техники. Улица Строительная расположена в самой низкой точке села Большая Малышка. Потому воды в домах местных жителей было очень много. 76-летняя Нина Ковалева до сих пор не может прийти в себя после наводнения. Специалисты мехбригады помогли одиноко проживающей пенсионерке вынести сырые вещи и мебель из ее дома. Точного решения о дальнейшей судьбе сооружения еще нет. 50 лет прожили, да? Муж в прошлом году умер. Ничего нет. Все выбросило. Потому что вода была на середине дома. 1,5 метра вода была. Сегодня приезжали, сказали, еще комиссия будет, документы все соберут, будут решать. Первым объектом мехбригады Тайншинского района стал микрорайон Подгора. В Петропавловск специалисты прибыли 3 мая. С Тайншинского района прибыло 5 мехбригад в количестве 35 человек. Там мы начали уборку территории от улицы Урицкого, до Демиденко. Начали ремонт в 6 домах. Доделывают работы. Остальные прибыли Большую Малышку также для оказания помощи пострадавшим от паводка. В данный момент мы тоже очищаем улицы. В приоритете у специалистов мехбригад оказание помощи пенсионерам, инвалидам и другим гражданам, которым своими силами ликвидировать последствия паводка сложно. Всего в Большой Малышке вода зашла в 367 домов. 200 из них, по предварительным данным, удастся восстановить. Дарья Пашменцева, Вадим Ударисов, МТРК.